Всем привет, ребята! С вами Братуха, и это Игра в Робот. Сегодня время у нас 18 часов 54 минуты, 55 минут, четверг, 19 сентября. В шоп Титанс у меня все построилось. Здесь нам предлагают купить серебро и премиум аккаунт, и также золото. Бла-бла-бла-бла-бла. Операции у меня давно 80 уровня, премиум, как я говорил, 101 день, 3 месяца, и за 3 месяца надо максимум прокачать то, что у меня прокачано, то есть то, что у меня есть. В данный момент сейчас я прокачиваю робота, через 14 часов робот будет улучшен у меня до стадии какого левела, до 8, и потом надо будет его еще качать до 9, чтобы у него была максимальная скорость. А потом переходить на пушки. И когда уже качаются пушки, тогда уже надо приводить в порядок всех моих роботов. То есть вот этих вот зелеными делать абсолютно. А потом переходить на робота Локи или на какого-то другого еще робота там. Локи у меня, кстати, строится. В общем, все будет впереди. А у нас, что это интересно, у нас появилось ускорить. Ого, у нас появилось ускорить, то есть мы теперь можем ускорить. Нажимаем ускорить, и тут мгновенно за 76 голды можно получить 60 деталей. То есть детали дороже голды, или сыграв бой, да? То есть можно 60 деталей. Давайте попробуем. Интересно. То есть 10 реклам, 600 деталей, да, типа? Ну. Давайте, ребята, идем в... О, у нас сегодня стычка. Ну, сегодня у нас не простой будет видеоролик. Сегодня у нас стычка. И полетели, ребята, в стычку. Нам обещали новый режим 1 на 1. Наверное, там будет новый режим 1 на 1. Сражение на заранее заготовленных ангарах нас ждет. Нет, не один на один, как минимум 3-4 на 2. На самом деле, нет, необычный такой у нас стычка. Это у нас робот Болт. Как вы помните, да, ее типа собирали сами игроки. И как вы думаете, вот игроки собирали, голосовали... И получилось вот такое недоразумение, которое в чемпион лиге, блядь, играть невозможно. Так что получается-то? Игроки лохи, что ли? Обалдеть. Вот так, ребята. Чё-то я ему там... Ну, вы серьезно? Вот это что? Вот это Это типа пипец. Это стычка? Вы издеваетесь над нами? Вы издеваетесь над нами или как? Это весь дамаг, который проходит? Чё-то копейки проходит, вам не кажется? Такое как-то говняное оружие. Смех, да и только. Обалдеть. Я его еще и убил. Ну там коррозия, да. Ой, парня застанили. Я думал, так и будет висеть в воздухе. Опять я его подранил, наверное, его по... Ага, Гаррет у нас со щитом. Или на щите. Главное, пробивает щит. А вот сейчас щит не пробивает. Но там Корсак. И у нас Корсак сейчас, ребята, там же ж мало ХП. Нет, смотрите. Приличное количество ХП у него. Джесси, я смотрю. Честно говоря, не понимаю, зачем они идут в атаку. Это же все-таки смертельная битва. Умений у них никаких. Это огнемет, это бесполезное оружие. Ой, разрабы, ну честно, это что за детский сад?
Детский сад, стычка детского садика. Ясельная группа. А вы серьезно? Интересно, сколько я дамага набью, если на этом роботе на одном отыграю. А на какое расстояние они бьют? 600 метров? Я не помню. Да. Это васпы. Такие маленькие писюльки. Маленькие вампирские писька-роботы. Писька-пушки. Такие комариные письки. Обалдеть, ребят, серьезно. Как-то колупает по чуть-чуть все-таки. Даже сталкеру больше дамага нанес, чем корсаку. Детский сад, штаны на лямках. Мне интересно, кто будет играть второй и третий раз в эту стычку? Вот кто? Не, просто интересно, такие люди найдутся? Ну, кроме меня, я ясен пень. Ради видоса-то это делаю. У меня наконец-то оторвали пушку. Ого, как красиво сталкер полетел. Ой-ой-ой-ой, я тоже полетел красиво. Ой, я думал ходить могу по воде. А, нет, давайте возьмем корсака. У корсака что? Правильно, ребят, у корсака скорч. Вы не поверите. Обалдеть, это я вот сжег, что ли? В какую-то не ту сторону я залетел. Корсак, как давно я не играл на нем. А я не помню, когда я на нем играл. Что-то он кивает, не надо меня убивать. Ну ладно. Наверное, знакомый узнал братуху. А толку-то что? Я все равно умер. Как куля какая-то. Что это у нас там? Сталкер. Сталкер на огнеметах. Вот это обалдеть. Зеленый сталкер. Побежали жарить. 21-16, еще 4 минуты. Но что-то прям, мне кажется, что быстрее противник лопнет, нежели до 30 дойдет. Здесь один огнемет, это просто смешно вообще. Еще разряжается быстро. Зарядка огромная просто. Не, ну шкварит нехило так. Смотрите, как моментально погибают. Забегаем наверх. Ну, 26 человек. Это, наверное, будет 27. 27. Ну, возьми какой-нибудь робот, и я пошкварю тебя в инвизе. Ну, пожалуйста. Ну, да. О, взял. Блин, взял на другом маяке. Скорость не прибавляется, просто инвиз включается и все. На блейзах, то есть у него тоже сталкер.
Но прикол в том, что он меня на инвизе завалил. Он еще одного робота взял, то есть 28. О-о-о. Я думал, 30-ки не будет, а возможно будет. Что-то носинов. Не, надо убегать. Еще 2 минуты есть. Никто не хочет связываться с ним. Бамс, готово. Поджарили ему задницу. Неплохо. Ну и у него еще один робот есть. Вот это сюрприз. Как раз-то корсак. Все, 30. Вот такие вот огниво на сталкере. 717 у меня ХП осталось. Обалдеть, короче. Ну, в этой стычке мне теперь все понятно. Это стычка для детей. Мне в эту стычку играть неинтересно. Да к тому же еще там призов-то и нихера нет. И серебра не дают. Тут 326 тысяч серебра дали. Ну, предлагают за рекламу, но не буду. Нанес я урона 675 тысяч, дали 300 тысяч серебра с прем-аккаунтом. То есть, ну, ребят, 0 золота, 0 ключей. Зачем ходить в этот режим? Я не вижу смысла абсолютно. У нас ускорение, я хотел ускорить, давайте попробуем ускорить. Минус... Ой, зря я... Короче, там было 120 минут, ребят, 2 часа. Ускорение на 2 часа было. Тут мне предлагают сыграть в игру Flash. Реклама. Еще ты в этой рекламе можешь играть. Аж на целых 18 минут мне предлагают использовать дядьку, который глазами убьет нежить какую-то ушастую. Потом бабахнул я как-то так вот взрывами. Ну, я думаю, что я победю. Потому что вот раз, два, три героев можно всех использовать. И тут моментальная... Убийство идет. Притом зеленый заряжается. Дед, баба зарядилась. Голубые идут в атаку. Фу, о, тут прям толпа народу идет. Но, честно говоря, игру эту скачивать я не буду. Она на самом деле не такая... Все, уничтожил. Не такая простая. Все, появился крестик, слава яйцам. И вот, да, 120 минут, 2 часа, 24 минуты осталось. Голда уменьшилась. То есть на 2 часа ускоряешь. Вот 4 часа осталось, 2 часа осталось. Не знаю, ну... Если вы куда-то торопитесь, и вы срочно уезжаете, и у вас не будет интернета, и вам надо поставить на следующие сутки, или на следующие 3 суток, то это как вариант воспользоваться, и можно ускорить без траты голды и поставить уже по второму кругу. Ну, как вариант, в принципе, можете пользоваться, может нет, никто ж не заставляет, правильно? Как вариант, хороший вариант. Я думал, что рекламу посмотрел, сразу 60 деталей дадут. Идем, ребята, в превосходство. На смерть. Последние 2 обоя. Кстати, сегодня вышел видеоролик с плохим звуком. Простите, меня только потом заметил. Я как привык не проверять уже. Потому что все качественно у меня как бы выходит. И я уже не проверяю исходный материал. Сразу заливаю его в интернет. И вот там звук был. Я снимал на Наташин телефон. И сомневаюсь, что там плохой микрофон. Я думаю, что все-таки как-то неправильно записал Gale Tools. Потому что я решил... Ну, я зашел в роботы. Смотрю, Gale Tools включился. И там функция меню. Предложил мне этот Gale Tools предложил мне записать мою игру. Я такой, почему бы и нет. Каким-то странным образом сейчас парень умер. У меня вроде его щит был. Я стрелял в щит. Это Витязь у нас. Пытается завалить парнягу честного. Мы по-честному его валим. Всей толпой, по-честному.
Ну а сейчас, разумеется, Россия Forever у нас терпит бедствие. Вот так вот. Как говорится, от своей базы не ушел. Паучок идет в атаку. Вот тут очень, братуха, опасно вышел на штрафную 1-1 с вратарем. И чуть не поплатился, чуть не забили братухи банку. Довели только до пенальти. Ребята, блин, даже не знаю, что делать, куда бежать. Кому жаловаться, сейчас я умру. 36 тысяч у меня хп и кончилось вооружение. Вчера на стриме тоже вроде кто-то говорил, что почему... Вчера на стриме, да, почему пушки не отрываются. Пушки у робота Ареса, например, вот это... Вот эти пушки, которые... дополнительное умение вот эти вот, которые открываются. Почему их не отрывает? Вот интересно. У нас там что-то... телефон зазвонил. Сейчас я буду, ребята, включать глаз и надеяться, что Витязь умрет. Нет, к сожалению, Витязь остался жив. Меня хотели застанить и могли бы это сделать, и тогда я точно бы умер. А сейчас вот дракончик меня прикрыл своим телом. Но все равно не смог я ему помочь. Делаем такую, можно сказать, перезарядочку. Сейчас будем выходить. Держим на расстоянии противника. Сейчас можно вообще конкретно выходить. Инвайдер мне тут помогает. Кристиано Рональдо. И у нас тут... Бам-бам. Ага, лаги идут, лаги. Очень хочется убить того парня. Да, того парня мы убили, все нормально. Ну, не я, но не без моей помощи. Это вортексы были, вот такие вот. Неприятное оружие, в прямом видимости робота не видишь, а он тебя накидывает из-за укрытия. У нас випер 314 впереди. На Пурсуа. Сегодня видел, Лаки опубликовала вроде бы на своей странице, Лакриса Кайфат, что она возвращается на Илус и будет собирать ангар бомбических пердаков. Все мелкие роботы, там Локи, Блиц, Пурсуа, Топтышкин, это как-то там, Бомбер, блядь, что-то в этом роде. Вот, типа она будет бомбить теперь, поджигать людям пердаки. То есть она будет там бегать маяки, то есть все, короче. Мамка разрешила, что ему разрешила мамка, непонятно. Ну, сейчас сделаем этому парню больно. Это Джайсек 1000 успеет выстрелить. И здесь мамка разрешила со своим... со своими таранами, но странно как-то. Он у меня пропадал тогда из поля зрения видимости. До Last End он меня довел. Ну, а мне что надо? А мне надо правильно теперь добивать Ланса. Чуть-чуть спрячемся от посторонних выстрелов. А, нет, ну сейчас Тулумбаса, наверное, да, меня убьют. Очень хотелось мне этого парня застанить. Ну, застанил, и, в принципе, его и сольют. Но застанить, чтобы он ко мне не подходил. Витязь полетел у нас из клана Брат в небо. Джасек отправился за ним следом. А мы пытаемся идти вперед. Сейчас дракон будет садиться. Как раз пока он будет садиться, мы уже к нему подлетим. А, этого парня убили, да? Сейчас попробуем Витязя убить. О, завалили Витязя, круто. Прям оторвали ему сначала голову. Оторвали Мишке лапу, да? Витязю оторвали голову.
Я уже знаю, мне уже там кто-то головой кивал. Не убивайте. Джават не довел меня до... до ластенда, но я через 10 секунд пополнил свой запас здоровья, я надеюсь. Потому что у меня умение, ребят, такое. 55 тысяч. Но оно не прокачанное до конца. 55, 60. То есть на 5 тысяч, да? В общем, победа. Ну, нормально. Шел вперед. Так, не очковал, не тушевался. Шел вперед, мочил красноперых. Как, в принципе, и всегда, так и надо делать. И у нас... еще один такой прикол в том, что у нас... такой, думаю, сегодня на видосе, вчера на стриме говорю, контейнер чемпионов открою, а по факту у меня всего-то 600 тысяч. А надо 650 тысяч, господа. Ну, ладно, такое бывает. Вот неплохо здесь повивали. Випер на предпоследнем месте. Из клана Брат, Россия Forever, Витязь были, но они такие вот, ну, в принципе, прилично, 900 тысяч дамага, 700 тысяч дамага, вот, Джафат, 442 тысячи дамага нанес, он на третьем месте, ну, оно бывает, это Россия Forever, из клана Брат, ID клана 49093, вот, и, в принципе, заходите, если кому надо. Ну, а мы с вами, ребята, идем во второй бой этого вечера. Сходим, ребята, в гоночку за маяками. И побомбим, реально. Как вы видите, у меня уходит, ну, 1, 2, 3 робота за бой, если я играю более-менее осторожно. И неважно, побеждаем мы или проигрываем. То есть, робот на виперах, это как бы, ну, не то, чтобы необходимость. У нас Hylax самоуничтожился, Карсак и просто самоуничтожился. Возможно, он ушел из боя, я не знаю, но, судя по всему, его, возможно, заменили, потому что шестой игрок появился, и это дракон. Сейчас посмотрим, заменили или нет. Да, Краш, теперь Каш за него играет. И в этом случае, смотрите, многие ребята спрашивали раньше, почему 31 человек, 31 человек в режиме смертельная битва? Почему убитых там 30, там 25 против 31? Все легко и просто, один в начале боя уходит, вот, один в начале боя уходит. Его место занимает другой. Но при уходе он один фраг уже записывает команде. Получается уже плюс один. А потом убиваются 30 человек. Вернее 6 человек по 5 роботов. 30 роботов. И прибавляется один вот этот фраг в самом начале. Получается... Я, смотрите, не могу уйти. Я заговорился. И, короче, это ошибка. Чуть меня к смерти не привела. Это гонка за маяками, ребят. А у меня нету щита. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Блин. Ну, кто-то вошел и убил меня. Но я так хотел забрать маяк. Короче, Ареса я завалил просто так. Макак, смотрите, блин, хорошо живет. Убил меня, я балдею. А! Как у него название? Это Зомбаш. Зомбаш? Да, Зомбаш. Соня собирает крепышей. Ой, ну я просто реально забыл, что это гонка за маяками. Ой-ой-ой, мне тут воровоз, братуха, ответил на мой чего, блядь. Короче, жопа, да, очень слишком близко противник подходит. Я не успеваю там отыграть, подойти.
У меня скоро роботы останутся. Так, и пытаемся. Ни хера догнать не можем. Ну это, короче, срака. Мы этот бой просрали. Это печаль. Перезарядиться. 30 тысяч у нас хп. У этого робота хп прибавляется сразу. Ну, как там у противника 2 маяка. Ну, максимум, что я успел сделать. К ним на базу. Блять. Я испугался. Очень жирный робот. Говорят, у него у зеленого 300 тысяч хп. Да ё-моё. Все, короче, 300 тысяч хп у него, говорят. У фантома. Вот он жирный робот. Такой маленький жирный робот. Но это я не знаю на самом деле, но говорят. В общем, третий бой мы проиграли. Ну, печально. Что ж поделать? Печально. Сегодня, ребят, попробую Мобизен скачать на Наташкин телефон. Попробуйте уже с Мобизена поснимать. Ну, а вы пишите в комментариях, стоит ли мне выпускать, например, там... Иногда бои с телефона. Вот я играю на компе, да, и с телефона. То есть там в бой в день, или в бой в два дня, или бой в неделю. Или те же там 2-3 боя, к примеру. Ну, а мы заканчиваем. 1 100 000 у нас урона нанесено. Но этого не хватило. Команда была сильнее, мы слабее. С вами был Братуха. Я играю с 5 до... 8, с 5 до 8 играю, записываю видос, так что заходите в это время в игру, попадете против меня. Ну и никнеймы должны быть узнаваемые, такие более-менее русские. Тогда вы будете на ютубе знаменитостью. Ну а я, в принципе, как бы сегодня бы на стриме не уснуть. А я заканчиваю. Всем, ребята, спокойной ночи.